На выборах губернатора Самарской области за Вячеслава Федорищева проголосовали более 1 миллиона избирателей. Это 79,5% голосов. Торжественная церемония инаугурации избранного губернатора, которая прошла в здании регионального правительства, началась со вступительного слова председателя избирательной комиссии Самарской области Вадима Михеева. Он поздравил Вячеслава Федорищева с победой на выборах и вручил удостоверение избранного губернатора. Постановлением избирательной комиссии Самарской области выборы губернатора Самарской области единогласно признаны состоявшимися и действительными. Протокол о результатах выборов подписан всеми членами областной избирательной комиссии без замечаний и особых мнений, что свидетельствует о том, что избирательная кампания прошла в русле неукоснительного соблюдения закона и равенства всех участников избирательного процесса. Вячеслав Федорищев принес торжественную присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу и законам Самарской области. Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав Самарской области и законы Самарской области. Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников вручил избранному губернатору символ высшего должностного лица региона – знак губернатора Самарской области. Вячеслав Андреевич Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области. Первым после официального вступления в должность Вячеслава Федорищева поздравил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Он отметил, что сегодня Самарская область – это крупный индустриальный центр, и большой рост произошел в этом году. Он пожелал дальше продолжать двигаться в этом направлении и обозначил сферы, на которые главе региона надо обратить особое внимание. Достижение национальных целей, определенных главой государства Владимиром Владимировичем Путиным – основной ориентир. И первой из этих целей – укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семей. Главная задача в ближайшие 5 лет – делать все, чтобы жизнь людей в регионе становилась лучше и комфортнее. Я уверен, Вячеслав Андреевич, что под вашим руководством Самарская область достигнет хороших результатов. Желаю вам успешной, эффективной, созидательной работы, а Самарской области – стабильности и процветания. В завершении церемонии к собравшимся в зале почетным гостям и к жителям региона обратился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Я благодарю всех, кто принял участие в выборах. Вы поддержали то, что уже было сделано за 3 месяца работы и курс, который нам предстоит пройти в ближайшие годы. Вы голосовали за процветание Самарской области. Вне зависимости от политических взглядов, у нас у всех общая цель – сильный регион. Для меня большая честь служить жителям Самарской области. Галина Топилина, «События».